сейчас мы сможем добежать обратно до дома, забрать наш лут, и все у нас будет замечательно. Я надеюсь. А то что-то раньше все плохо. Да, гребаный кактус. Как они меня бесят. Что-то на самом деле в этой игре начинает все раздражать. В первую очередь это зомби. Во вторую очередь это кактус. Что будет дальше, неизвестно. Возможно, я не выдержу и вообще перестану в эту игру играть. Но есть и другой вариант. Возможно, у нас все получится, и мы будем легко все, легко здесь выживать. Так, это тот дом, вроде как тот. На карте обозначен наш рюкзак, наш лут. Сейчас мы поднимемся, заберем. На второй этаж же надо, по-моему. Так, что-то... Вот смотрите, это что, кактус? Да, это маленький кактус. Вот я мог на него сейчас наступить. Ну, я, к счастью, его заметил. Так. Он встает, наш персонаж. Давайте заодно гнезда проверим. И аккуратненько будем подниматься. Так. А, нет, они еще все бегают до сих пор. Так что я зря. Блин, еще собака или что это было? Короче, спускаемся вниз. А то будет вообще не очень, если меня сейчас убьют, и я появлюсь очень далеко. Так, в потемках опять ничего не видно. Зомби, к счастью, отстали. Можно присесть, в принципе, и переждать ночь. Сейчас 4 ночи. Вот тут вот день сесть. Нет, давайте пройдем чуть подальше. Вот здесь вот. Пособирать пока алоэ. Вот, вроде никого нет. И подождать, не помню, во сколько там расцветает. В 6, в 5? В 6, наверное. Это что такое? Итак, начинает расцветать. Я тут подождал немножко. Вот уже через пару секунд будет 6 часов утра. И надеюсь, они успокоятся, эти самые зомби. Тут вроде никого нет. Играет мелодия. Так, вот он наш дом, знаменитый. И пока я никого не вижу. И вроде меня никто не заметил. Так, я слышу. А это все тут чмошник. Сдохни, пожалуйста. Хоть сейчас. О, надо же, он сдох. Чего себе. И в нем стрела, наконечник точнее. Но... На этом наши звуки страшные не закончились. Так, там бегал какой-то олень бешеный. Так, здесь где-то двое зомби должны быть. Да, вон одна. Не, даже одна почему-то. Ну-ка, заманим мы ее сюда или нет? Или ей насрать? Нет, она сделала почему-то круг. И теперь идет за нами. Давай, иди сюда. Вот туда ты забралась, а сейчас не можешь, да? Окей. Что-то я ее быстро вырубил. Собачка пришла. Собачка-то, надеюсь. Ой, вот это плохо. Господи. Сдохни, собачка, пожалуйста. Что происходит сейчас? По-моему, собака грызет дом вместо меня. Бешеная псина. Что с тобой не так? Она еще заразила меня какой-то херней. О, смотрите, сколько лута в ней. Куча мяса какого-то. Да уж. Так, вот он мой рюкзак. Давайте выпьем воды. Сделаем себе крем. Нам же хватит алоэ, да? К счастью, алоэ я много насобирал. 19 штук. Штанцы давайте оденем. Кепку, броню. Так, кремом намажемся. Какая-то странная собака была. Я думал, она убьет меня.
Так, тут летающий у нас труп. Давай-ка ты уходи-ка отсюда. Так, где мой топор? Кстати, скоро сломается, нам нужно камней набрать. Да, так вот перейдешь странно. Так, и собака у нас превратилась тоже в труп человека, зомби точнее. Ну, супер. Так, теперь наконец-то со светом можно посмотреть, все ли мы облутали. Да, мы все облутали. Полностью здесь. Полностью... не полностью внизу. Тут же есть закрытые двери. Давайте сейчас, во-первых, соберем камней, палок. Теперь, к счастью, ой, так, топор у нас сломался. Где тут камни? Тут же валялись, я видел. Еще, блин, встает каждые 3 секунды наш персонаж. Так, вот это не камень. Нет, это не камень. Камень, ты где? Вот тут в мусорке полезные вещи, наверное. Даже антибиотики, может, они нам помогут как-нибудь. А, это боль утоляющая. Ну-ка. И что поменялось? Не знаю. А, вот тут, кстати, сумка. Мы так не облутали. Вот, смотрите, тут еще части. Водичка, нормально. Давайте сразу бандану эту напялим на себя. Так, и продолжаем искать камни. Вот, вот он, камень, наконец-то. Делаем топор. Чего нам опять что-то не хватает? Все хватает. Где мой камень? Вот он. Вот, все нормально. Вот, и теперь добываем. Интересно, можно камень раздолбать? Да, вроде. Топором этим можно камень раздолбать. Кирку не надо делать. Вопрос только, как долго? Ну, нормально, в принципе. Даже часть осталась. Ну-ка, сколько выпало камней? 6 штук, вот, отлично. Давайте тогда постучим по камню. Смотрите, жизнь, кстати, восполнилась. У меня были какие-то витаминки. Или я что-то путаю? У нас, кстати, даже фрагменты железа. Я подумал, может, витаминки помогут нам избавиться вот от этого вот знака. Инфекция первой стадии. Это будет, конечно, не очень хорошо, если мы сдохнем еще от этой инфекции. Так, сколько у нас камней уже? 10. В принципе, неплохо. С этих булыжников падает камней. Так, давай быстрее. Еще палочки тут заодно. Можно... Можно потом кактусов немножко подрубить. Так. Камней у нас теперь 16. Что я еще хотел сделать? Вот мне интересно, как сделать дверь. Я вижу кровать. Ступеньки. Лестница. Еще какая-то хрень. Я не вижу двери. На Д, на Д. Д, Д, Д. Тут даже на Д ничего нет. Может, я не здесь еще? Нет, здесь тоже не то. Костер. Давайте, кстати, костер заранее сделаем. Или лопату. На самом деле много чего можем сделать теперь. Давайте заранее сделаем костер. Чтобы потом хотя бы зажечь ночью. Чтобы хотя бы что-то освещало. Раз уж мы не можем сделать этот факел. Так, вот она, дверь. Нам нужны бруски деревянные. А как их сделать? А для того, чтобы их сделать, по-моему, нам нужно дерево. А дерева здесь нет. Если мы возьмем кусочек дома, можем ли мы из него дерево сделать? Господи, как же долго. Давай побыстрее. Так, что-то выпало. А выпала у нас вот эта хрень. Из нее мы можем что сделать? Вот,
Вот, нормально там. Так, берем и крафтим планки. Сколько нам там нужно для двери? Сейчас посмотрим. Сейчас крафтится две штучки. А нет, даже сколько? 4, 8. Где дверь пропала? Так. Тут только что была дверь. Куда она пропала? А, вот она. Ну вот, нормально, нам хватит как раз. Давайте тогда сейчас еще немножко возьмем часть и сделаем тогда две двери. Одна будет наверху и другая снизу. Потом желательно, конечно, сделать еще кольги какие-нибудь, чтобы зомби дохли, в яму какую-нибудь падали и дохли. Так, где этот кусочек? Крафт. Wood plank. Короче, можно вот так. А мы пока пособираем палочки, траву. Так, скрафтилось. Давайте сразу одну сделаем дверь. Поставим ее снизу. Смотрите, трупак тут до сих пор валяется. Давайте избавимся от него. Блин, этот звук просто ужасный. Так, ставим дверь. Даже не знаю, вот так поставить или вот так. Ладно, поставим так. Ну-ка. Все, нормально работает. Вот здесь бы сделать яму с кольями. Только вопрос, как мне потом будет заходить. Я пока не решил, короче. Попозже чуть решим. Так, 4 планка у нас осталось. Давайте еще один кусочек возьмем. И сделаем вторую дверь. Поставим ее наверх, чтобы выходить на балкон, на крышу. Блин, сломался у нас топор. Мне бы, конечно, сделать железный топор. У меня же есть фрагмент железа. Даже 7 штук, смотрите. Надо потом как-то переплавить, видимо, и получить железо. Так, но мы пока заняты совсем не этим. Нам хотя бы для начала хоть какую-то оборону сделать. Ну, точнее, закрепиться. Закрепить свои позиции. Так, опять я что-то не то делаю. Крафтим. 8 штук же надо на дверь. Так. Вот здесь вот где-то была дверь. Вот она. Чем еще можем сделать? Это что такое? Ящик. Дальше у нас лопата. Ну и ничего. А вот, кстати, бандажик можно было из двух фрагментов ткани сделать. Я что-то пропустил это. Также спальный мешок можно заделать. Наверное, мы сейчас этим займемся. Сделаем спальный мешок, чтобы здесь появляться. Поставим его где-то на втором этаже, так. Делаем дверь для начала. На втором этаже или на крыше даже. Может, так будет безопаснее. Хотя они и на крышу запросто заходили. Так, заходим. Вот тут дырку еще надо заделать потом. А куда я хотел-то дверь ставить? А, вот сюда. Блин, ну тут, конечно, много всего заделать придется. Так, вот сюда вот дверь. Вот так вот, чтобы проходить. А на крышу? Нет, на крышу мы не будем ставить, короче, ничего. И здесь где-нибудь поставим спальный мешок, я думаю. Так, стулья пока что берем. Они не очень-то нам помогли. Теперь нужна ткань. Не помню, из чего ткань делается. Вот из этой хрени? Нет, это алоэ. Мы же чего-то, по-моему, собирали, из чего делается ткань. Ну, это, по-моему, было в лесу. Здесь нет ничего подобного. По крайней мере, я не вижу. О, зомбак. Чё ты трясёшься? Успокойся. Ой. Получили мы немножко дамага. Да хватит ты руками-то размахивать. Так, что у тебя? Чё так трясётся? Непонятно. Смотрите, что с ним происходит.
Ой, чуть на кактус не напоролся. Так. Продолжаем. Продолжаем наши работы. Стульев я набрал кучу. Так, как сделать печь? У меня теперь вопрос. Давайте, короче, по всем вкладкам пройдемся. Тут что у нас? Стрелы, топор, костер, лопата. Давайте сделаем лопату. Нет, давайте пока не будем лучше. Дверь, так, это все не нужно. Бандажик. А почему я, кстати, бандажик не могу сделать? А, у меня только одна. Один фрагмент ткани. Не хватает, к сожалению. Так, ну тут мы, короче, ничего не можем делать. Можем сделать дубинку. Вот так вот сделать. Потратить все палки. Но зато будет чем бить зомби. Дальше у нас что здесь? Строение. Это что? Кровать. Это все ерунда. Мне сейчас это не пригодится. Так. Планки. А, я хотел заделать чем-нибудь дыры. Ну вот чем. Так, что у нас здесь? Семена. Это что такое? Гравий. Из камня можно сделать гравий. Вот из этого катона. Из хлопка делается ткань. Так. Это глина, видимо, да. Но здесь пока мне не особо нужно. Из клея и ткани можно сделать скотч. Опять гравий. Горючее. Не очень понятно, как переплавить железо. Тут есть какая-нибудь печка-то? Так, ну это оружие, вот инструменты. Можно здесь что-нибудь полезное. Вот можно сделать колючую проволоку. Так, это что такое? Вот как раз железо. Вот топор шикарный. Тоже нужно слитки железа или что это? Да. Мины тут всякие. Ну, это все железные инструменты. Но можно мину сделать из той банки, которую мы находили. Вот, колья. Колья, палки нужны. Давайте этим займемся. Палок тут, к счастью, много. Вот они. Палки. Сделаем колья и поставим перед входом в дом. Хотя бы хоть как-то попытаемся защитить себя от зомби. Так, вот палки. Еще палки. Сколько мы уже тут собрали? 6 палок, а там нужно было побольше, по-моему. Так, где еще палки-то? Опять я устал. Так, вот. Еще палки. Нужно 6, 7, 8, 9. А у меня 7. И это только на одну кучку кольев. Смотрите, там что-то внизу было. Не сумка ли случайно? Нет, это кактус. Опять эти гребаные кактусы. Так, все, нам, наверное, хватит. Посмотрим хотя бы, как они выглядят. Я думаю... А, даже 3 штуки сделаем. Я думаю, вряд ли они как-то защитят. Они, наверное, будут дамажить, конечно. Но не особо толку большого будет от них. Но мы будем с вами надеяться. Так, еще пособираем немножко палок. Затем поднимемся наверх. И, ну, точнее, к дому подойдем. И поставим наши колья. Но я еще не совсем придумал, как это сделать. Наверное, как-то лучше выкопать яму, сделать дырку. Так, ну давай, беги ты. Все время устает. Ну, либо вот так вот сделать. Давайте для начала так вот сделаем просто. Вот так. А сами будем обходить. Вот. Мы вот так вот будем с этой стороны обходить. И проходить. Да что ж такое? Меня отхинуло дверью. Ну, кстати, не так уж много дамага нам нанесло. Даже кровь на них появилась. Ну ладно, все так сойдет.
На крыше в этом доме, я не помню, я собирал лут или нет. Так, заберем отсюда стулья. Возможно, они нам пригодятся. Скорее всего, нет. Да, здесь я лутал. Гнездо это. Это что такое? Так, это что такое висит? А, это лампа, фонарь. Ну, в принципе, нормально, конечно. Дыры надо бы заделать. Повсюду дыры. Нужно вообще, конечно, дерево. В лучшем случае вырубить. Но тут деревьев нет. Давайте, пока есть время, сделаем еще один топор и сломаем эти двери. Посмотрим, что внутри. Так, вот это вроде... А, нет, кстати, быстро ломается. Я подумал... В прошлый раз просто мы долго ломали, я подумал, здесь так же. Так, здесь есть какой-то шкафчик. Внутри шапка и бандана. У нас уже некуда девать. Мы все-таки заберем. Здесь есть сортир. Холодильник. Мясо и... Мясо мы, наверное, тут оставим. Заберем только вот эти консервы или что это было. В помойке это банка. Так, вот тут еще медикаменты должны быть, но мне, как всегда, не везет с медикаментами. И, к сожалению, там пусто. Так, вторая дверь. Вот это, наверное, да, она железная. Точнее, кусками железа обложена. Поэтому ее будет потруднее сломать. Но я думаю, мы справимся, я надеюсь. По крайней мере, у нас есть два топора. Надеюсь, их хватит. Сколько мы живем, кстати, уже? Как посмотреть, я как... Выкинул, блин, свой топор. Я как-то смотрел, нажмал вот клавишу. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять раз мы сделали. Так, еще один кусочек железа остался. Топор уже скоро сломается. Ну давай, что ты так долго-то? Вот, все, нет, ну все. Или она сама железная? Нет, она вроде не железная, просто кусками железа было отложено. А так она, по-моему, деревянная. Вот. Почему-то до сих пор рубит ее, как железная. Ну, в чем-то проблема, дверь. Давай быстрее. Вот, все. Не, смотрите, это как эта дверь покрепче, походу. Да вообще она раз-два развалилась. Либо она уже была разваленная. А здесь покрепче. У нас, кстати, какая дверь? У нас какая-то не очень. Так, я уже вижу, там что-то виднеется. Надеюсь, хоть там будет что-то полезное. Мы, кстати, уже немножко проголодались. Можно будет потом съесть какую-нибудь хавку. Все, да, там, наверное, была просто сломана. Наполовину. И здесь сейф. Блин, он закрытый. Блин, это плохо. А как его открыть? Вопрос. Ладно, оставим его, наверное, пока тут. Если вы знаете, как открыть сейф, пишите об этом в комментариях. Я пока его трогать не буду. Потом, может, открою. Ну, что-то мне не хочется на него тратить топор. Я и так уже сломал один. Давайте, кстати, сделаем еще один. Так, диван засунем сюда. Он нам не нужен. Что у нас там? Шапку давайте лучше наденем. Бандану, которая прочнее. Остальное засунем сюда. Или, знаете, можно... Можно же порвать. И что-то получить. По-моему, мы получили ткань. Да. А вот это если... А, вот это нельзя. Жалко, кусочек дивана. Так. Лук. Сходим наверх. Положим пока всякую хрень. Мы тут уже оставляли всякие части оружия. Это мы потом все будем собирать, крафтить. Сейчас нам это не понадобится. Так, наконечник есть, тоже оставим пока. Сырое мясо. Или что это, да? Протухшее. Так, шкуру животного оставим. Косточку мы тоже оставим. Вот, кстати, хлопок. Можем из него скрафтить.
Так, я что-то не то сделал. Я семена сделал. А, кстати, давайте посадим. Почему нет? Так, и вот это еще сделаем. Семена тоже посадим. Кофе мне не нужно. Да. Вот эта банка мне нужна. Хлеб заплесневевший мне тоже пока не нужен. И остальное все нормально. Да, все. Пошли, типа, посадим семена. А стул мне не нужен. Тоже в холодильник стул все засунем. Все, все остальное нормально. Надеюсь, земля любая с... Да уж. Надо бы запомнить, что у меня тут колья стоят. Да, земля любая сойдет, видимо. Давайте тут понасажаем. Всякой херни. Так, как-то долго он их сажает. Все, посадили. И уже на самом деле-то и вечереет. Что-то быстро время тут летит. А я хотел в соседний домик. Помните? Там был еще какой-то домик. Хотел сходить в соседний. Он вот тут, по-моему, не знаю. Но где-то он тут рядом. Но, видимо, этого делать мы пока не будем. Можно сломать, я думаю, вот эту лестницу, чтобы сюда никто не забирался. Либо сделать опять колья и поставить их сюда. Давайте сделаем все-таки колья еще. Дело в том, что тут уже заканчиваются палки. Нужно спускаться куда-то вниз за палками. Нет, вот тут еще есть немножко. Так. Алоэ, смотрите, куча. Давайте заодно соберем алоэ. У нас есть, кстати, банки? Нет, у нас только одна полная банка. Давайте поедим кукурузы. Прибавим немножко голода. Точнее, убавим его. Что-то он вообще нам шкалу не прибавляет. А нет, прибавляет, но совсем немножко. Так, продолжим собирать палочки. Сколько у нас уже? 9 штук. Я не помню, сколько там надо, но мы соберем максимально больше. Вообще, всеми этими крафтами надо было заниматься ночью. Просто собрать ресурсов побольше и заниматься крафтом ночью, потому что ночью здесь делать нечем. По крайней мере, безоружным. Когда мы будем уже вооружены, у нас будет какой-то источник света, мы можем тогда и бродить ночью. А сейчас смысла нет, только зря тратить нервы. Так, что у нас тут? Яйцо, камешки. Так странно отсвечивает солнце. Вот, теперь видели? Солнце цветом поменялось. Так, ладно. Мы пришли за палками. Я потерял свой дом. Откуда я пришел? А, вон он. Все нормально. Не паникуем. Так. Куча алоэ собрали. Опять же, я не помню, во сколько они начинают бешено бегать. Сейчас уже 8. Так, я помню, что тут у нас колья. Аккуратненько заходим. Можно сделать крем. А, бандажик, кстати, можем сделать. Как он делается-то? Как-то вот так. Нет? Ну-ка. Крафт. И здесь где-то вот обыкновенный бандаж. Вот так вот. Давайте сделаем один... Да что такое? Один бандажик. Перевяжемся сейчас. Так, куда он делся? А, вот он, все. Давайте заюзаем его сейчас. Возможно, это будет эффективнее, чем крем. По-моему, нет. Что это у меня за значок? Хилинг, окей. Мы и без бандажа, по-моему, хилились. Так, дверь я закрыл.
Да, закрыл. Вот тут вот только проблема, могут залазить ползучие зомби. Поэтому мы возьмем что-нибудь. У нас там были стулья, куски дивана, кресел. И заставим эти дырки временно. Вот они. 7 стульев вообще. Шикарно так. Заставим эти вот так вот дырки. Что-то мне кажется, конечно, что ни хрена не помогает эти стулья. Зачем я их вообще ставлю? Остальные здесь оставим. Если понадобится, забежим сюда. Так, здесь мы все болтали, да? Вот тут у нас... Так, уже идут зомби. Лучше, наверное, чтобы они меня не заметили. Чтобы потом не ломали дом. Так, с этим сейфом я потом разберусь, как уже говорил. Теперь давайте заберемся наверх. Посмотрим, что мы можем скрафтить еще. А, я хотел колью поставить. Я уже забыл про колью вообще. Я же палок набирал-то, чтобы колью поставить. Для того, чтобы они на второй этаж не забирать. Сделаем лопату. Поставим, наверное, сейчас костер здесь наверху. Так, всякую броню мы уже делали ее из травы раньше. Так. Здесь можно декор всякий делать, диваны. И прочее. Дребедень. Так. Вот, кстати, блоки. Окно можно сделать из палок. Ну, я сделал, наверное, А, не, у меня травы мало. Не хватит даже. Что-то мне жалко палки. Сделать вот это что такое? Блин, иконка такая маленькая, темная, ничего не видно. Что это такое? Окно какое-то? Встань ты, господи. Да. Ну вот, кстати, вот эту хрень можно заставить временно. Так. Вот так вот. Может быть, это как-то остановит их хоть ненадолго. Сделаем еще две штуки. Поставим. Где у нас тут были дырки? Вот одна. Так, вот. Нет, это не дырка. А, внизу, 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 точно. Так, вот так вот. Вторая. И последняя. Тоже. Вот так вот. Все, нормально. Ну, более-менее мы заделали изначальных ресурсов. Все, что у нас было. Еще понять, как перерабатывать железо, точнее, делать из них слитки. Так, давайте похаваем вот эту хрень. Потому что уже половины уже нету. Так, и попьем водички. Надо будет потом за водой идти, за едой. На следующее утро мы, скорее всего, пойдем лутать в соседний дом. У нас есть хоть какие-то инструменты. У нас есть топоры. У нас есть... Кстати, я же вроде крафтил лопату. Нет? Еще надо эти гильзы положить. И установить костер. Вот очень странно. Я же, по-моему, и костер тоже делал. Или я его как-то не докрафтил. Нету ни костра, ни лопаты. Разве я не делал костер? По-моему, делал. Так, поставим его сюда. Можно что-нибудь приготовить. У нас же там были кастрюли, или это не здесь? Опять темно, ничего не видно. Где, блин, холодильник? А, вот он. Нет, у нас есть только банка жестяная, к сожалению. Ну, тогда мы ничего не будем делать. Дождемся просто утра. Или все-таки сделать лопату. Ну, давайте сделаем лопату, ладно.
что мы еще можем сделать? У нас осталось камней кучу, палок у нас нет, да мы по сути ничего больше не сделаем. Можем заранее сделать эту крем из алоэ, так как у нас освободилась баночка. Вот, и поставить где-нибудь сюда в нулевой слот, в восьмой точнее. И если пригодится, уже заюзать. Можно, я не знаю, как сварить яйцо на костре. По-моему, нужно кастрюлю обязательно. Вот это за кастрюлю не сойдет? Нет. К сожалению, нет. Ну тогда все, ждем утра.